понедельник в Самарской области безоблачно и без осадков. Днем плюс 5, плюс 8, ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Ветер северный, западный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 9, ночью плюс 4, северный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти ясно, температура воздуха днем плюс 6, ночью плюс 3 градуса, западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 5, ночью плюс 1 градус, северный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 55%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.